Всем привет, друзья! В Дананге уже почти нет новых кейсов, и нам сделали наконец-то послабление карантина. Теперь можно гулять по улице и даже сходить на море, но купаться на море еще нельзя. После 2 месяцев заточения дома можно выйти погулять. Звучит здорово, но ощущения при этом дикие. Это называют состоянием инопланетянина, когда ты все вокруг видишь, как будто впервые. Как же приятно ощущать на коже тепло утреннего солнца, слышать пение птиц и осознавать эту радость свободы. Ограничения сняты еще не все, поэтому иногда приходится играть в ниндзю. Идя по той же дороге уже тысячный раз, наконец-то замечаешь что-то новое. Парки сотрясаются от зожников. Как интересно устроен наш мозг, как быстро он привыкает к чему-то регулярному и начинает воспринимать как должное ресурсы, людей, их поступки. По сути, ничего не изменилось. Те же улицы, то же солнце и птицы, тот же воздух. То, что раньше не замечалось, сегодня наполняет счастьем. Возможно, вот он рецепт. Не в погоне, не в крысиных бегах, а просто в удовольствии процессом и в осознании того, что у нас уже есть, как внутри, так и снаружи. Вот он этот день, друзья, настал. Наконец-то можно выходить погулять. У меня, если честно, даже слов нету. Радости, я чуть не заплакал. У меня друзья вчера ходили на море. Говорят, когда начали купаться, аж слеза потекла. Но кроме этого, кстати, никто не убирал это все время на пляже, и мусора нанесло, будь здоров. Я думаю, сейчас будут массовые зачистки. Кроме этого, есть еще хорошие новости. Наконец-то Индонезия открыта. Условия немножко изменились. До этого было просто 8-5 дней карантина, потом сделали 8 дней карантина. Сейчас 8 дней карантина в Джакарте. И нужно быть полностью вакцинированным, естественно, иметь паспорт по вакцинации. Но это плюс к условиям, которые были раньше. То есть должна быть оформлена страховка. Виза сама стоила 430 долларов на полгода. Я думаю, цена не изменилась. Это бизнес-виза, оформляется через 2 агентов. По-моему, Бали-виза и Сол-виза. Я буду отдельно про это делать видео, если буду туда ехать. Как, что и где оформляется и сколько стоит. Ну, в общем, можно посчитать заранее, сколько это будет вам стоить. Если вы уже вакцинированы, можно вещи собирать и ехать. 430 долларов виза, карантин от 80 долларов был. У визовых агентов можно заранее взять список мест, где можно пройти карантин. Там есть цена сразу, список отелей. И было в прошлый раз от 80 долларов до 130, по-моему. 130-200 в сутки, естественно, не за 8 дней. Вот, и можете себе считать, сколько это будет по цене. Я еще не вакцинирован, поэтому не еду, но уже вот-вот. Мы уже подали списки на вакцинацию неделю назад. Наш отель, пол моего отеля уже провакцинировались. Провакцинировались вакциной AstraZeneca. Вот, это хорошая, третья в мире после Moderna и Pfizer. Поэтому все окей, все чувствуют себя хорошо. Первый день немножко у кого-то был сложный, скажем так. Не было аппетита, валялись на диване, ну, как будто простыли. Вот. Ну, на второй день у всех все хорошо, никаких проблем, осложнений не было. Я уверен, что у меня тоже все пройдет отлично. Открыли, кстати, пляжи и свободное перемещение не на целый день. Можно выходить на море, выходить на улицу, заниматься спортом с 5 утра до 7 утра первый раз, а второй раз вечером с 5 вечера до 7 вечера. Ну, собственно, это обычные часы активности вьетнамцев на природе. Они всегда утром идут. Потом идут на работу, все по своим делам, и потом вечером тоже идут на море делать зарядку, играть в игры, ну, в общем, радоваться жизни.
У меня уже последнюю неделю начала немножко ехать крыша, скажем так. Вообще не мог спать. Примерно засыпал каждый день в 7 утра. В 7 утра. И спал до 12. Ну, можно сказать, переключился на ваш часовой пояс. Вот, Россия, Украина. Не знаю, может быть, из-за недостатка природы, свежего воздуха. Кстати, сниму-ка я шлепки и понаслаждаюсь песком. Недостатка свежего воздуха, природы, солнца. Но последние 2 дня уже даже встаю на рассвете. Поэтому сейчас все будет снова окей. Включу пробежечки, свой дневной рацион. Будем шпарить. Буддисты говорят, все, что тебе нужно для счастья, есть у тебя внутри. Мне никто ничего не должен. И как здорово понимать это и осознавать, что кто-то, пока я сплю, восстанавливает мои клетки, поддерживает их жизнеспособность и рост, делит клетки, запускает электроны по их оси в моих клетках, следит за дыханием и циркуляцией крови, которая разносит по телу полезные вещества, которых я даже не знаю. Кто-то позаботился о моем рождении, уникальной внешности, наделил уникальными талантами и способностями, заложил во всю эту историю свой уникальный смысл. И все это сделал как результат любви и созидания ко мне. И от нее продолжает насыщать мою жизнь изобилием солнца, воздуха, которым я наслаждаюсь каждый день. Дает изобилие мыслей и идей, мечтаний, целей. И все это бескорыстно. Я не должен никому платить за это, что-то делать, писать расписку, давать клятву, лишать себя чего-то или отрабатывать. Истинная любовь, безусловно. А благодарность возникает именно с осознанием того, что у тебя есть. Все, у меня, как говорится, время вышло, свидание закончено. Просим покинуть помещение. Вот, с морем навидался, чуть-чуть мы пообщались, на голове постоял, на руках постоял, помедитировал, и можно домой с боевым настроением вершить великие дела. Вам хорошего дня, пакуйте вещи, выезжайте на Бали, и там через пару месяцев свидимся. Все, ребята, на связи, до следующего видео.